Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Здравствуйте. 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 Проходите, смотрите. Вот это платье. Посмотрим, что. Вот это платье. Ну, блин, дороговато. Да, классное. Может, скидку сделают? Попробуй сбить цену. У тебя же хорошо получается. У мусульман принято торговаться. Мы же не на турецком базаре, а в России. На-ка, попробуй, примерь. Принесите, пожалуйста, на размер меньше. А, подождите, пожалуйста, немного. Сейчас принесем. Можно? А нельзя, что ли, на этот никак одеть что-нибудь нормальное? А на голову просто платок завязать, и все. Я же, в конце концов, выхожу замуж. У тебя все, что ты называешь нормальным, либо рваные джинсы, либо платье выше колена. Представь, все будут в красивых платьях, а сестра невесты в джинсах. Соображай. Такие магазины на этих никаках только держатся. Посмотри на этот замухрышку. Я думаю, что мусульманы обычно одеваются на базаре. Ну, конечно. Не то, что ты. Если скидку выпросишь, конечно. Все равно эти платья не для нее. Если только сладком с ним наденет. Выбрали что-то? Они все это покупают? 23 700 к оплате. И в качестве бонуса в нашем магазине вы можете выбрать еще одно платье. Давайте, смотрите. Все, оплата прошла. А можно это? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста, ваши покупки. Спасибо. Извините, пожалуйста. Извините, можно вас? Это вам. Возьмите, это вам. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Извините, пожалуйста, что пришлось подождать. Вот ваш размер. Кстати, у нас сегодня скидки. Спасибо. Пожалуйста.